Привет! Сегодня поговорим о цифрах. Математика здорового похудения. Сколько жира в день можно скидывать полезно и безопасно для здоровья? В основе похудения лежит один очень простой принцип. Нужно создать дефицит калорий. То есть потребить нужно меньше калорий, чем мы израсходовали. В среднем, очень среднем, человек в сутки расходует 2500 килокалорий. Соответственно, потребить с едой нужно меньше, чем 2500. Насколько меньше? В 1 грамме жира, то есть мы скидываем жир, находится примерно 9,5-9,8 килокалорий. Можем округлить эту цифру, и мы тогда понимаем, чтобы в день похудеть на 100 граммов жира, нам нужно потребить примерно на 1000 килокалорий меньше, чем мы израсходуем. То есть наш рацион должен состоять из примерно 1500 калорий. Почему не меньше? И в чем же тогда сбалансированность? И достаточно ли соблюдать это правило для того, чтобы сбросить вес? На самом деле можно, например, съедать в день 3-4 пирожных и худеть. Ведь мы создали дефицит калорий, но при этом мы не обеспечили организм всеми нужными веществами. Что же это за вещества? Наше сердце, печень, почки, кожа, глаза, мозг, кости и все остальное, все наше тело состоит из клеток. И эти клетки, эта машина постоянно работает, ежесекундно проходят миллионы биохимических операций. И если мы с процессов, и если мы с вами в эти 1500 не потребим достаточно нужного белка, нужного жира, нужных углеводов, то организм начнет брать этот ресурс откуда-то из наших органов, то есть фактически съедать сам себя. Такое похудение, конечно же, не может считаться здоровым и полезным. И вред себе можно нанести даже за короткое время. Худеть здорово и комфортно. Для этого делать это нужно грамотно. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.